едва не убил свою пассию. В разгар ссоры житель одного из сел Неспоренского района выстрелил своей возлюбленной в живот. 47-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии и сделали срочную операцию. Агрессора задержали. Инцидент произошел в воскресенье. Свидетелем был старший сын женщины от другого брака. 20-летний парень работал в огороде. «Я слышал только громкий шум. Нашел свою мать на дороге с огнестрельной раной. Даже не могу подумать, что живу с таким негодяем, который убивает людей». Пострадавшую госпитализировали в Неспоренскую районную больницу. Пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии прямо в реанимационное отделение. Ей сделали срочную операцию. Сейчас она в сознании, в тяжелом, но стабильном состоянии. Полиции пришлось применить силу для задержания агрессора. В уборной позади дома правоохранители обнаружили самодельный пистолет и 16 патронов. Мужчина имеет судимость за убийство. У сожителей двое несовершеннолетних детей. Во время инцидента их не было дома. Оба находятся на учете в полиции. «Будет создана комиссия, которая решит судьбу детей. Сейчас они дома со своим старшим братом. Мы планируем оказать психологическую помощь, и учителя побеседуют с несовершеннолетними». Соседи говорят, что в семье было много проблем. «У них всегда были конфликты из-за выпивки, из-за чего еще может быть. Он постоянно гонял их. Приходилось ночевать где попало. Как-то целую неделю они спали в соседних огородах». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.